Сейчас мы раскрываем, что мы находимся в общей сети, нет выбора, и мы должны увидеть это, должны находиться в этом. Это не по нашему выбору, но мы можем выбрать, что мы сейчас делаем. Либо мы стараемся изучить законы сети и, соблюдая их, привести себя к наилучшему состоянию. Когда мы начинаем раскрывать законы сети и приводить себя к более лучшему состоянию, мы обнаруживаем, что мы должны вести здесь необычным эгоистическим образом, когда давай сделаем вместе, нам будет хорошо. Законы сети, они многослойные, многогранные. Это как в Windows, окно за окном открывается, и требование не в том, чтобы я увидел себя вместе со всеми в одной сети и эгоистически захотел бы соединиться с ним и изучить эти законы соединения, законы связи. Законы связи, поскольку она глобальная, интегральная, и вот это объединение альтруистичное, оно альтруистическое, а не ради себя, а только ради сети. И что это значит? Что человек должен обрести такое отношение, такое состояние, что вся сеть — это он сам, относясь к сети и каждому находящемуся в мире, в этой сети, относиться как к самому себе. Таковы законы сети, и мы не думаем об этом, прежде чем достигаем этого. Но когда начинаем работать с этой сетью, это раскрывается, и тогда мы понимаем, какое изменение требует от нас. Не то, что мы можем это сделать, но внутри этой сети существует внутренняя сила, самая скрытая. И если мы требуем изменения, то эта сила готова помочь нам. Так мы продвигаемся. И по пути мы должны учиться либо из науки Каббала, либо под теми ударами, которые сыпятся на нас. Что это за сеть, что это за законы, какие там действия происходят. Либо мы двигаемся по короткому и легкому пути, либо по долгому и тяжелому. И мы можем находиться на обоих путях, но продвигаться — это не в нашем выборе. Мы обязаны продвигаться.